Ну все, я доигрался. Надо было слушать дедушку. Был бы крутым адвокатом, как он. Все говорили бы, посмотрите, вот идет Денис Вознесенский, внук великого адвоката Вознесенского. Если бы этот самый великий дед не выгнал бы меня с юрфака, я был бы диплом, я был бы настоящим адвокатом. Тогда я не стал бы бабником-раздолбаем и не стоял бы сейчас здесь. Черт, только бы не разбиться. Я исправлюсь. Я правда исправлюсь. У нас мало времени. Я думал, что у вас будет собеседование в твоей компании. Конечно, у меня есть одно вакантное место, и я тебе его сейчас покажу. Здравствуйте, интересно, я не забыл. Очень приятно познакомиться. Шоу! Марина, открой! О, черт! Беги, я домой ухожу, Рун очень ревнивый. Марина, ты почему такое недоверие к тебе? Не знаю. Марина, я знаю, что ты там. Ты что, сдурела, 25 этаж? Зато сразу и безболезненно. Он будет убивать долго и мучительно. Он у меня боксер. Давай в окно. А это что? Сюрприз. Адвокатское бюро Кавун и партнеры. Да. Максим Максимович, у нас все в порядке. Сегодня никто не разводится. Я понимаю, для адвоката это плохая новость. Обещаю вас ничем не расстроить больше. Послушайте, ну как вас там? Это Марта Джоновна. Марта Джоновна, вы поймите, я серьезно болен. Так, успокойтесь. Ничего вы не больны. У вас типичный ипохондрический бред. Ну вот видите, бред. Это не болезнь, это бред. А у вас гемианоптическое расстройство. Гемиаш, что? Проще говоря, галлюцинации. Вот, скажем, среди бела дня вам кажется, что... Кто-то ползет по окну. Ну, вот таких фантазий у меня не было. А недавно я захожу на кухню, а там моя жена со своим отцом. А что он там делает? Отец, он настаивал, чтобы мы развелись. Но ужас в том, что он умер 2 года назад. Я вот думаю, что же хуже, то, что у меня покойник ходит по кухне, или то, что моя жена собирается исполнить его волю. А вы вообще меня слушаете? Что? Вы меня слушаете? В смысле, вот это... Непозволительно, чтобы родственники вмешивались... В дела семейной пары. Но если вы не справляетесь, пусть они оба придут ко мне. Кто? Ваша жена с отцом. Ведь он умер. Да? Послушайте, а давайте сделаем перерыв. Да-да. Давайте. Ну, а я говорю, для того, чтобы отсудить половину состояния, нужны 2 условия. Состоятельный муж, успешный адвокат и протягивание визитки. Давай. Что, она позвонила? Да. Что, у вас было? Ну, конечно, было. Я же дома не ночевал. Блин, Ромыч, как ты это делаешь? У меня вроде тоже визитки есть. Все просто, объясню. Задаешь девушке вопросы. Задаешь их так, чтобы она 3 раза подряд ответила «да».
она твоя. Здрасте. Здравствуйте. А вы на кастинг, что ли? Так модельное агентство уже давно съехало. Может быть, у вас найдется роль адвоката для меня? А, я сразу поняла, что вы на собеседовании. А, пройдите в переговорную. А переговорная это там? Разрешите? Сам справлюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, я. И что? А, ну вы же сами сказали, что вам нужно поговорить, посмотреть. И если вас все устраивает, то я готова. Прямо сейчас. Тут только нужно уточнить, что вы готовы прямо сейчас. А вы разве ничего не читали? Вы книжками торгуете, да? Какими книжками? Ну, я не знаю. Я, например, люблю фантастику. А вы? Я имею в виду резюме. Упс, у нас здесь все попросту. Да, ничего, я понимаю. Так вы, значит, пришли на работу устраиваться, да? Да, и если я вам подхожу как специалист. Мне как специалист. Вы знаете, я привык себе доверять в подобных ситуациях, но тут такое дело, что только практика может показать, какой человек стоит перед вами. Я с вами полностью согласна. И я готова проявить себя с самой лучшей стороны. Встаньте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Хорошо. О, какое-то у нас с вами странное собеседование. Да, с вами все странные. Вы, кстати, кто по специальности? Я адвокат по бракоразводным процессам, как и вы. Откуда вы знаете, что я тоже адвокат? Интуиция. Интуиция мне сейчас подсказывает, что все будет очень плохо. Как ваше имя? Александра. Моя любимая. Прощайте, Александра. О, за что? Простите, пожалуйста, Максим. Какой я вам Максим Максимович? А кто? Мне казалось, Максим Максимович, что вы работаете в солидном адвокатском бюро, а не в богадельне. От нас уходят клиенты, пока вы играете в шахматы с судьей. Ну, конечно, зачем нам деньги? Наши сотрудники питаются исключительно любовью к законопорядку, да? Я не буду спрашивать вас, где ваша совесть? Вы же адвокат.
Твоим поведением вы позорите честное имя юриста. Вы уволены. Марш из моего кабинета! Одну секунду. Рады приветствовать вас в Кавун и партнеры. Борис Бронштейн, старший партнер. Денис Вознесенский. Очень приятно. Я так понимаю, вам нужен адвокат? Надеюсь, что нет. Ну, я же вижу. Вы присаживайтесь. Да, вот все так думают. Мне не нужен адвокат. Мне не нужен адвокат. А как приспичит? Где все хорошие адвокаты? В Кавун и партнеры. А почему? Потому что мы не разбрасываемся клиентами. Мы говорим Здрасте. Здрасте. Борис? Что вы делаете в моем кресле? Руковожу предприятием в ваше отсутствие как партнер. Какой партнер? Младший. Вот. Я акционер, я вложил деньги. Борис, у вас одна акция. Одна. Это о чем говорит? О том, что я имею право голоса. Если мне не изменяет память, вы финансовый директор. Так вот, идите работать, чтобы ваши вложения окупились. А я этим и занимаюсь. Вот, кстати, наш новый клиент. Извините, не представился. Максим Максимович Кавун, старший партнер. Так я, в общем, не клиент. Присаживайтесь. Это Борис. Он уже спешит по делам. Так как вас зовут? Денис Вознесенский. Вознесенский? Родственник Дениса Аркадьевича Вознесенского? Я его внук. Потрясающе. Я учился у вашего деда. Он светило юриспруденции. Он мой бог и кумир. Вот счастье! Вознесенский. Это же бренд! Таких адвокатов теперь не делают. Только благодаря вашему деду я и стал тем самым Кавуном. Девушка, у вас муж есть? Нет. Понятно. А адвокат вам не нужен? Нет. Два нет. А может, визитку возьмёшь? И ваше образование, вы на вес золота, но у каждого золота есть своя цена. Ну, мне, конечно, очень льстит предложение работать у вас, но... Значит, ему льстит ваше предложение? А вы, извините, кто? Чудовище. О, вот и познакомились. Я Александра Баглай. Максим Максимович, я как только получила ваше письмо с приглашением на работу, я тут же приехала. Но в ваше отсутствие этот Пятикандров устроил мне, так сказать, интимное собеседование. Простите, а это как? А, да просто проверка на стрессоустойчивость. А вы знаете, Максим Максимович, а я согласен работать у вас. Что? Какая радость! Я всегда мечтал работать в команде высоких профессионалов. Значит так. Я отсюда никуда не уйду. Три раза нет. Три раза. Ну ты талантище. Учись. Двоечник. Добрый вечер. Папочка вам расставила. Значит так, послушайте меня. Это
Это я получила это приглашение. Но предложение сделали мне. Тебе? Мне. Ты не имеешь права отнимать у меня эту должность. Подай на меня в суд. Подам. И поверь, тебе понадобится очень хороший адвокат. Ну, это ясно. Где же вы взять хорошего? Может, посоветуешь кого-нибудь? Продолжайте. Я ненадолго. Борис? Не задался день. Боря. Я. Ты. Я. Ты. Я. Ты. Я. Молодец. Ты не просто нашел клиента, а клад. Это же внук. Чей? Чей. Знаменитого юриста. А. Значит так, Боря. Я всегда говорил, что я хочу, чтобы у нас в агентстве работали звезды. Возьмите Вознесенского в бюро. Максим Максимович, у нас нет денег для звезд, у нас нет клиентов, нет работы. Это знак. Знак! Простите, что? Свыше. Боря. Боря! Боря! Вы верите в знаки? Исключительно в денежные. Спокойно. Будет хороший адвокат, клиенты подтянутся. Ведь так работает наш бизнес. Не совсем так. Как угодно. Но он должен работать у нас. Да, но из каких средств? Ладно, хочешь работать в этой конторе, я тоже. Давай искать компромиссы. Сейчас, это моя должность. Что за позиция? Нужно быть гибкой. Я адвокат, а не балерина. О, мы уже шутим. Март. А что ты здесь делаешь? Максим, я немного перенервничала, немного сняла стресс. А ну идем. У меня адвокатское бюро. Мои клиенты приходят разводиться, а ты вместо того, чтобы снимать их стресс, запиваешь свой. Что ты за психолог? Максим Валерьевич, а чего так со мной? Я к вам со всей душой, а знаете, что ваши эти клиенты приходят с такими вот тараканами? Да, и представьте, я нет, а да и да. Что да и да? Ну, нет. А заползет ко мне один другой. Таракан? Да. Так вот, передай их самому главному, что у меня с Мартой Джоновной будет серьезный разговор. Так передать? Так и передать. Главному. Это абсурд. Это моя вакансия, и все. Ты просто боишься конкуренции. Да какой ты конкурент? Я не проиграла ни одного дела. Вот оно. Страх облажаться. Ты наверняка была отличницей в школе. Красивый почерк, золотая медаль, красный диплом. Да? Два диплома. Предлагаю пари. Работаем вместе. Кто первый облажается, уходит. Остается сильнейший. Слабо? Мне? Слабо? Ну, молодежь, что тут у вас? Завтра в 10 начинаем. Как вам это удалось? А я умею находить подход к женщинам. Готовь памперсы. Что она имела в виду? Будем делать детей. Молодой человек. О чем мы с вами остановились? Ну что, покойный отец разговаривал с моей женой. Прелестно.
Даже покойнику есть с кем поговорить. В смысле? Вот вы ко мне все ходите, рассказываете о своих женах, о мужьях, а я... А я живу с Асей и Стасей. Правда, Ася – это кошка, а Стасия... Стасия – это тоже кошка. Ну вот видите, у вас не все так плохо, как у меня. У меня? У меня все гораздо хуже, потому что вот этот... кормит меня обещаниями и в упор. Не замечает, что я его люблю. А может, вам тоже обратиться к психологу? Не думаю. Ваше здоровье, молодой человек. Слышь, мужик, ты тут не видел типа одного? Гнусный такой, так и хочется в рыло дать. Весь день его ищу, гаденыша, а рожу не запомнил. А чей это с тобой? Я у шефа был. Принимаю. Влетело. А без обуви чего? Развожусь. Все, адвокаты надо. Вот все из-за баб. Это да. Ну, держись, братан. Стоять! А мужика точно не видел? Не. Ну, давай. Давай, братан. Девушка, Смирнова, скажи три раза да. Зачем? Ну, просто скажи. Зачем? Королёв говорит, что если девушка три раза скажет да, можно делать с ней все, что хочешь. Да? Слушай, Витя, иди в баню. Прям в баню? Да. А это макбук у тебя? Да. Все равно в баню. На правах старшего партнера, как финансовый директор, поздравляю вас. Вы на испытательном сроке в Кавун и партнеры. Имейте в виду, тут у нас бизнес, а не богадельня. Опоздание уволю. Один косяк уволю. Вышвырну вон, а потом... Снова уволен. Ребят, что-то смахивает на гестапо. Я на это не подписывался. Уйти можно прямо сейчас. Мы будем скорбеть, но недолго. Вы знаете, мне нравится. Ну, я тоже так легко без боя не сдамся. Вам же хуже. В таком случае заполните анкеты. Там всего... 265 вопросов. Ха, девичья фамилия вашего домашнего питомца. Вы что, издеваетесь? Еще даже не начинал.
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do. Долгий день, да? Может быть, поужинаем? Тут недалеко есть шикарный итальянский ресторанчик. Суши? Тайский там, индийский. Стейкхаус. Я вегетарианка. Отлично, я приготовлю тебе салат. А лучше завтрак. Не просто завтрак, а завтрак в постель. Настоящий вегетарианский завтрак. Знаешь, звучит заманчиво. Ну так, соглашайся. Если фантазировать эту тему, то я скорее съем свой портфель. А говорила, что вегетарианка.